На медне часов в 10 утра бульдозер буквально разрезал на две части небольшой поселок Шаля, тот, что за Первоуральском, на мосту над веткой Транссиба. И без того не особо широком, а нынче из-за снежных накатов, ставший еще уже, бульдозер, который тягач перевозил на трали своим загребущим ножом, пропорол встречную Неву. Шалинский мужик, спускаясь с горки, вероятно, не подрасчитал узость моста. Или наоборот, трейлер с негабаритным грузом дорогу ему не уступил. Не суть. Суть в том, что водитель Нивы, вне всяких сомнений, в рубашке родился. Ладно, водитель хоть в порядке остался. Вся левая бочина полностью замята. Дверь пришлась в водительскую дверь. Порвала пол кузова. Видеозарисовка непроходимого затора, снятая одним из автомобилистов, моментально разлетелась по мобилам поселкового люда, став общенародным достоянием. Шалинцы в комментариях утверждали, что вот так запросто из-за дорожной аварии на единственном поселке мосту из одной части поселка в другой в то утро никак было не проехать.